В библиотеках по всему миру хранится более 20 миллиардов книг. Если поставить их все на одну полку, то ее длина составит примерно 15 тысяч километров, что почти равно расстоянию от Москвы до Сиднея. Общая же длина книжных полок Российской государственной библиотеки — 275 километров. В нашей стране в прошлом году было выпущено 650 экземпляров различных изданий. При этом основной объем тиража приходится на столицу — 5% на Санкт-Петербург, 14% на оставшуюся территорию. Читающими могут назвать себя 60% жителей России. Четверть опрошенных берут книги в руки ежедневно, 42% обращаются к ним время от времени. При этом в среднем на чтение тратится 7 часов в неделю. Самые читающие россияне живут в Москве и Санкт-Петербурге. За месяц они прочитывают около 5 книг. Среднестатистический житель России осиливает за это же время лишь 3 книги. Наибольшей популярностью у наших соотечественников пользуются приключенческие романы. Им отдают предпочтение 26%. Ценителями классики назвали себя четверть опрошенных. Столько же отдали предпочтение женским детективам. Неудивительно, что писательница Дарья Донцова, работающая в этом жанре, в 2010 году в четвертый раз подряд стала самым издаваемым писателем в России. Титул самого читаемого зарубежного писателя получил Артур Конан Дойл. Самым востребованным детским автором стал Корней Чуковский. Бумажные книги остаются самым популярным форматом чтения для россиян. При этом треть опрошенных пользуются электронными книгами, но почти столько же ничего о них не знают. Аудиокнигам отдают свое предпочтение 11% читающей аудитории, в то время как больше половины и не подозревает об их существовании. Несмотря на популярность бумажных изданий, домашние библиотеки большинства россиян содержат менее 100 книг. Более обширные собрания есть у 31% опрошенных, а вот у каждого пятого дома книг нет вообще. Чтобы пополнить свой книжный шкаф, треть наших соотечественников идет в магазин. Каждый четвертый берет нужную книгу у знакомых. 11% скачивают из интернета, и лишь 9% отправляются в библиотеку. Это при том, что на одного жителя России приходится 513 библиотечных книг.